3 августа в Москве состоится концерт в поддержку Новороссии. Он пройдет в клубе «Планета льда» по адресу Москва, улица Воронежская, строение 13. Начало в 17:00. На нем выступят различные рэп-коллективы, в том числе из Донецка, Луганска, Краматорска и других городов Донбасса. То есть ребята приехали специально, чтобы поделиться с Москвой теми песнями, которые они написали на земле, на которой сейчас льется кровь. Я там тоже выступлю, вход свободный. На концерте будут расположены ящики для сбора средств, поэтому любой желающий сможет пожертвовать какое-то количество средств в помощь ополчению Донбасса. Я, как руководитель фонда помощи Новороссии и Донбассу, гарантирую, что все средства будут публично подсчитаны, задокументированы и отправлены строго на Донбасс в руки Игоря Ивановича Стрелкова. Приходите, я думаю, будет интересно. Всего доброго!